Добрый день! С вами библиотекарь Сергей Сумин и рубрика «Прочитано лично». Мы говорим о хороших книгах. Сегодня у нас классика урбанистики, книга современного психолога Пола Кидуэлла. Называется она «Психология города» с таким своеобразным подзаголовком «Как стать счастливым в мегаполисе». Книга свежая, 2017 года. И проблемы, которые поднимает автор, безусловно, актуальны для всех, для нас, для горожан, для жителей большого города. Нужно сказать, что автор подходит достаточно энциклопедично. Названия глав отражают практически все сферы обитания в большом городе. Ну вот послушайте. Убежище или обзор, природа дома, индивидуальные черты жилища, дом на заказ, уличная жизнь, головокружение и фобии, развлекательные центры, открытая планировка и так далее. То есть Кидуэлл пишет практически о всех городских постройках. Это больницы, офисные центры, ну и, безусловно, наше жилье, в котором мы проводим большую часть времени. Кидуэлл считает, что самовыражение – это одна из важнейших черт современного жилища, которая, безусловно, должна присутствовать. Если мы не украшаем дом предметами, которые интересны и греют сердце именно нам, наш дом абсолютно безжизнен. Счастливым в нем никогда не стать. Ну и, конечно, вопросы, где выбирать жилье, в каком районе, в какой доступности от места работы. Вот что пишет Кидуэлл в предисловии. Дом всегда был местом становления личности, что придавало ему особый статус. Также часто упоминаются стабильность, комфорт. Именно их часто не хватает тем, кто снимает жилье в городе. Но для некоторых дом представляет интерес и как произведение архитектуры. Но дом не изолирован от внешней среды. Его местоположение тоже важно. Какой вид открывается из окна? Это квартира на 20 этаже или частный дом? В каком районе? Какая там атмосфера? Насколько оживленные улицы? Дом стоит на шумной улице или во дворе? Есть ли вокруг деревья и парки? Как дела с преступностью? Есть ли сплоченное сообщество и чувство причастности или каждый сам по себе? Вот, ответив положительно на все эти вопросы, Пол Кидуэлл считает, что вы, безусловно, сможете стать счастливым в большом городе, в мегаполисе. Ищите книгу в библиотеке культурного центра «Автоград». Увидимся!